сидел в этом мерзком городе от большой любви? Ты их ждал, да? И никого не предупредил? Кого? Все человечество? Что ты натворил, старик? Они здесь, ты... О, да, Нейтан, хозяева здесь. Будят системы и греют котел. Они возвратились в свой старый дом. И что они здесь обнаружили? Паразитов. Можно ли их винить? О, ангелы смерти пришли. Вернете меня к человечеству? Что-то вы долго... Пророком. Возьми его броню. Сразись за свой вид, за человечество, во всей его ничтожной славе. Уходи оттуда, Катран. Да, иди, иди, быстрей, спаси нас. Будут закрыты через 10 минут. Действие всех контрактов аннулировано. Покиньте призму через указанные выходы.
кончено. Послушай меня, Алькатрас. Харгрив никогда не блефует. Здесь все сейчас взлетит на воздух, сваливай оттуда. Мы свалим с этого проклятого острова! Вперед! Раз, не тормози. Мы идем через город к точке встречи. Быстрее! Thank you.
вернуться на Манхэттен. Потеряем костюм, потеряем все. Хотел знать о загробной жизни. Хоры ангелов и гиена огненная – это все, конечно, пустое. Но если в детстве научен бояться ада, с годами не разучишься. По правде сказать, у меня уже было несколько загробных жизней. Вот это, например. Сплошное чистилище. Почти полвека плавать в контейнере с раствором, как заспиртованный экспонат, зажатый между видеоэкранами и системами камер, как мысли, так и ползут по силиконовым кишкам машины. Сюда, сюда! Бегом! Без отдыха, на мосту небезопасно! Постоянно думая о мире, который больше не скоро. Не отставать! Нет. Остров сейчас взорвется! Если это и есть жизнь после смерти, я лучше предпочту забыть. Так точно, автоматический огонь! В атаку! Не трать времени, Алькатрас. Идите к мосту. Thank you.
Потерял его. Где?